Перед нами рабатка, которая решена в желто-зеленых тонах. Мы сейчас подойдем поближе и посмотрим, как она интересно решена. Она уже не такая вытянутая, но середину тоже вот посажены туи шарообразной формы верхушкой и подстрижены топиарной стрижкой. И состоит из желтых роз. Сейчас мы подойдем поближе. Вот желтые розы, они, правда, уже отцветают, но все равно картину можно видеть. Посмотрите, как хорошо вот эти зеленые листья перед желтыми цветками роз. Это флорибунда, они чайно-гибридные, это кусты, цветут очень обильно. И здесь белый цвет введен, опять же, чтобы немножко разбавить темно-зеленый цвет листвы, чтобы сделать полегче эту композицию. И вот посмотрите, такого же цвета примерно, ярко-зеленого, желтовато-зеленого даже, здесь посажены туи, которые выстрижены. И стрижка, поскольку цветник формальный, классический, регулярный, он имеет место быть. И вот эти полосы тоже очень грамотно сделаны, очень интересная такая комбинация растений. Вот еще одна рабатка, тоже длинная, тоже посередине сидят топиарные стрижкой стриженные деревца. И вот на углах темная, с темными листьями георгины, а цветы у них, вот давайте посмотрим, розовые. И вот посмотрите, здесь лесной табак, который я просто обожаю. С большими листьями, со свисающими такими цветочками. И вербена Буэнос Айрес, которую я тоже очень люблю. Вот это вот фиолетовая вербена Буэнос Айрес. Великолепная. Тоже вот давайте посмотрим, полюбуемся. Здесь цинья. Белочка там пробежала, вот она к нам бежит. Тут цветы очень понравились. Посмотрите, как красиво. Цинния с этой вербены Буэнос-Айрес. Великолепное сочетание. Обратите внимание, что самые высокие у нас деревья с топиарной стрижкой проходят посередине, дальше идут более низкие и заканчивается все совсем маленькими. В данном случае это алисум. Дальше георгины идут. Высокая цинния и вербена.